Пожарные были первыми, кто по долгу своей службы приняли участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Именно работники пожарной охраны получили первую дозу радиации, работая непосредственно на реакторе. Тогда от нашей области на помощь поехали 173 пожарных. Владимир Афонин месяц работал на АЭС. И этого времени хватило, чтобы впоследствии получить инвалидность второй группы, говорит он. Я был в октябре месяце на первом, втором, третьем, четвертом блоке проводили работу по предупреждению пожаров. В этот период вводился в эксплуатацию первый блок. После аварии восстанавливали системы, в том числе и системы противопожарной защиты. Сегодня память героев-чернобыльцев, отдавших свои жизни, почтили минутой молчания и положили цветы к мемориалу. Также некоторым ликвидаторам вручили награды и грамоты.